Так, на чем мы остановились? Ой, жесткая миссия была вчера, конечно, в конце. Ё-моё, этот один гранатометчик, который у меня два хода держал всю команду в дезориентации, и в результате миссию провалил. По исследованию. Мы сейчас сделаем продвинутое лазерное оружие. Исследований много, но половина из них ресурсных. Не знаю, что делать пока. Сплавы есть, иллерия мало, материалов нет. Да, захватил его чародея. Во время выполнения задания наш агент Антон Скоробогатов был схвачен. Со временем мы сможем провести операцию и выяснить, где держит пленник. Младший капрал. Что-то я тыкнул на материалы. Материалов-то нет. Может, это в конце месяца мне только придет. А, вот, да, и доход меняется. Вот. Вот так мы получаем доход. Все понял. Ну, это меняет дело. Это меняет дело. Да, вот минималка, поехали. Нейтрализация цели в транспортном средстве. То есть можно сделать захват, но у меня туда идет 5 человек. Ну, дождались снижения с 10-12 врагов до 7-9. Блин, про материалы. К 10-й части трансляции разобрался, откуда мне деньги брать. Кроме как от миссии и продаж вещей и раскопок. Так, ну хорошая новость, что эвак прямо рядом с целью. Вопрос, могу ли я пройти, обойти слева цель? Могу, есть много места. То есть наша задача, смотрите, вот эвак, вот она цель. Мы обходим слева, ну максимально попробуем пробежаться на эвак. Погнали. Без оверов, без всего. Жахаем гранатой, сносим им броню. И сейчас, не двигаясь, пробуем их убить. Блин, огнеметчики разбежались не очень хорошо. 51-45. Да что ж такое? Ну, получается, светошум здесь. А этого пытаемся выключить. Ну, вероятность хорошая. Типа, там 80-90% пишет. Но все равно опасно. 92. Выключаем. Так, у нас остается огнеметчик. Ну, дезориентированный. Соответственно, он не может из огнемета стрелять. Он вообще не должен ничего делать, по идее. У него нет обычной пушки, кажется. Подкреп прилетает. Смотрим, кто подкреплен. 3 человека. Блин, а что подкрепление-то больше стало? 2 офицера причем. Нет, офицер милишный и обычный. Опасная подкрепа. Блин, плохо. Попали 2 раза, правда, по милишнику. Окей. Есть, милишника убили. Сопресс. То есть надо в начале следующего хода как-то по-хитрому подойти, чтобы подсветить випа. Есть вип и с пулей випак. Ну, вот этого я и боялся. Этого я и боялся. Снайпер его не это самое не видит. Ну, хотя он может попробовать обойти, не знаю. Не, убили все-таки. Вип устранен. Подходим, пытаемся убить змеюку. Ну, смотрим, переживем мы этот ход или нет. Я боюсь, что Мэг справа сейчас меня ушатает просто и все. Сопресс на это. Вот она проблема. Да. Ладно, 2 хита. Ранение наживы пока. Тогда выгодно вроде как гренку кинуть, чтобы еще один армор снять. Ну, не без проблем, видите, 2 ранения. 3 ранения даже у нас получается. Убиваем. Лут не собрали вообще. Блин. Ладно. 3 ранения. 3 ранения. И миссию не идеально выполнили. Ну, випа не захватили, а убили.
Новобранцы. О, шеф, нам удалось достичь определенных успехов в участнике сопротивления. Видимо, это... Вот очень часто такие миссии как раз после выполнения. То есть, возможно, это как раз те самые разведданные. Сел Адвента, здесь уже два. Да, два новобранца. Это Феликс. И Набика Дубазана. Кто такая, непонятно. Улучшенное лазерное оружие. Как раз без денег я не смогу ничего с ним сделать. Так, и что там по событиям? По приказам то же самое, наверное, оставим. И 200 материалов. А, их еще ж собрать нужно, точно. Давайте я соберу. Я хочу партизанку сделать и начать уже персональный... Мне ж партизанка нужна для персональных боевых модулей, правильно? Инопланетные сплавы, поехали. Да, разведданных 30, материалов 33. Здесь у нас соточка, но гасим дальше, потому что, да. А здесь надо уже возвращаться, да? Да, поехали. Короче, аркадная миссия. Миссий очень мало. Сейчас надо, наверное, лететь в нижний регион, там, где сила Адвента 2, и сканить. Ну, мы как раз сейчас собрали деньги, подключили третий регион. Ну что, у нас Аркадий новобранец, который пытается проникнуть... Сначала добегает до Ивака, а потом пытается проникнуть... Хорошо. Пытается спасти повстанцев. И они возвращаются. Да! Так, сейчас еще другие будут возвращаться. Это шанс проскочить мимо патруля. Неизвестный говорит, командир, не бойтесь этих змей, они массажистки, они готовы предоставить вам свои услуги. Так, и я по краешку, типа, могу попытаться здесь, да, пробежать. Но сверху еще непонятно, где мутон и прочее. Не, не открыто, все нормально. То есть открываем. Пулем получается. Все, заходим. Открываем на следующий уже ход. И пытаемся вот этих вот пятерых товарищей, ну, убежать ими как-то. Это будет все равно аркада, но лучше, чем в прошлый раз. Как только выбегает, там три человека. Мне кажется, надо ждать. Побежали. Раз, два, три. Ну и, конечно, здесь надо будет просто... Просто бежать. Но здесь мы успеваем на Ивак 1. Здесь мы успеваем на Ивак 2. Успеваем на Ивак 3. 4. И 5. Спасли всех, кроме одного. Что, конечно, хорошо. Но если бы не зависон, я бы, скорее всего, не убежал бы. И еще новобранец один. Новобранец второй. Михаил Мерчук. Еее, щеглы подтянулись. Это здорово, это здорово. Кажется, ой, засада. Так, это более приоритетное место. Попали все-таки в засаду. Так. Это уже серьезнее миссия. Здесь может быть босс, но я не знаю, как вообще босса убивать с четырьмя людьми, не очень опытными. И сразу агр. Блин. Мэг тут же агрессивничает. Что за дела? Жопа. Давай, лазерный пулемет. Блин, всех покоцал, никого не убил. Что делать? Мэг подходит. И... Блин, да ты что? Фулл кавер, алло! Жесть! Ну, люблю такие миссии, которые начинаются сразу с того, что на тебе пакки стоят. Тейку, кажется, под контроль даже взяли. Ё-моё, мне этого не хватало. Что это? Как это? Новая пачка. Два человека.
Есть, попали. И убили сразу. Ей. Убиваем сектоиды с вероятностью 94%. Бах. Возвращаем контроль. Помним про Overwatch. Я не знаю, что делать. Этого я не успею утащить. Но ниндзя, наверное, надо бежать уже. Отсюда. Ну, просто бежать. Ой, жалко, блин. Жалко. Бросаем. Бросаем человека. Погнали. Дуплетом, причем двойным убиваем так, чтобы зомбаря убрать. Минус два. Вся секретная операция провалена. Провалить. Никого мы не спасли. Все, Тей хоть спаслась. Короче, это просто провал. Полный провал. Это вот две мои первые потери. Так, давайте на черный рынок. По крайней мере, для того, чтобы немножко ресурсов получить и лазерную винтовку купить. Доступна покупка обновлений для тактических действий отряда. Доступна новая служебная ячейка, осуществляет подготовку новобранцев в качестве отдельного класса. Так, разбойное нападение мы в результате пошли, да, на разбойное? В результате пошли, да. Сила Адвента 1 здесь сканим. Здесь сила Адвента 3 ресурс собираем. Здесь привлекаем... привлекаем... Боевая броня через 5 дней. Откуда деньги взять? Новая цель. 6 дней, хорошо. Взломайте минималка. Ух, тяжело. Ладно, продолжаем сканить. Еще раз, в регионе, где сила Адвента минимальная... Здесь у нас минималка, возможен босс. Вывезите материалы. Сюда, кажется, отправляется у нас весьма неплохая, неплохой отряд. 12! Серьезно? А, 12 это другого типа. Значит, надо не забыть, во-первых, вызвать эвак. Обязательно вызвать эвак. Это ж не того типа миссия. Я опять зафейлил. Не факт. Можно начать с обычного выстрела. Кавера нет. Да, давай, погнали. Погнали. Волнуюсь. Бах. 94 мимо. Видите нафиг. А, я не стоять на месте. А это интересно. По флангу это хорошая новость. Потому что мы сейчас начнем... Странно, что они не разбежались. Первый пошел. Второго подранить бы тоже. Адвента отметили. Надо было эвак вызвать, Миша. Я же тебе говорил, блин. Попал, молодец, но не убил. Царапин. Труп поднимает. А, обнаружен. А, вот это плохо. Так, ну он на рывке, окей. Ага, паника или... Или контроль, или паника, или дезориентация, не знаю. Контроль. В крайнем случае гранату убьем. Надо было ход дать. Я не знаю кому, но там хороший есть. В зале. Ладно, первый пак убрали. Этот контейнер улетает. Забирают. Пробую дебютом, несмотря на пад. Есть. Еще разок, ба, еще разок. Пристрелочки 72. Обожаю рейнджеров за это. В отличие от первой части, там 10, здесь 20 добавляется на пристрелке. Забейте, мы уже 5 штучек взяли, я не хочу рисковать. Я сейчас лучше без ранения пройти эту миссию аккуратненько. Начал бы я, конечно, со змеюки какой-нибудь. А, подожди, может быть... Нет, так мы лут уберем. Мэка ушатываем, раз. 96%. А, молниеносных у меня нет, к сожалению, здесь. Но есть выстрел 70% раз. Мимо, кажется. Куда ты стреляешь, блин? Халявная перезарядка. Сейчас будет 90%, если я правильно понимаю. Нет, 70%. Почему? Все равно не убил. Еще подкреп идет. Короче, я пытаюсь на рывке сначала снять Overwatch тем, у кого есть хотя бы защита. Не срываем. Видимо, его нет.
И уходим. Но вахтер... А, там хирург может быть. Там может быть полевой хирург. Возможно, мне не зачитают даже это как за ранение. Посмотрим. Все. Выполнили. Немножко материалов собрали. Одно ранение получили. Материалов немножко дали. Сплавов, кристаллы Лерри, модифицированный лазерный, так себе. Но без ранения обошлось, повторюсь. Это самое главное. Это уже третья миссия. Прошлая миссия у меня привела к тому, что два оперативника умерло на секретном задании. Что их сразу обнаружили и на следующий ход же мочканули. Да, странники. Да, и сразу сагрили. Опять. Опять 25. Видимо, это... Да ладно, там еще милишник. Боязнь мэков сразу же. Но сопротивление прошло. Ладно. Что делать здесь? Глядишь, крыша нас спасет. Я далековато вообще от крыш. Аркады здесь много. Во-первых, потому что ты не знаешь, где, ну, где будут паки врагов. Твои основные люди достаточно далеко находятся от. Я думаю, что надо просто в такие рисковые операции не ходить, не выполнять. Ага. Так, хорошо, они не добежали. Везде неопределенность. Сейчас Overwatch должен хороший быть. Ни разу не стрельнул. Да ладно, а ты уже здесь? Мне очень повезло. Как он, почему он решил наверх забраться? Ну, не хочу я на таких миссиях больше. Короче, если больше 50%, я не буду даже идти, ну, отправлять людей. Ну, а нафиг надо. Слишком рискованно. Забирается милишник, скорее всего. Нет, зомбарь. Стоять! Не, дошел! А, дошел. И подкрепа. Блин, куда ж подкрепа? Давайте в зомбаре или куда-нибудь за... Ой, не знаю куда. Два человека, обычно, хорошо. Но обычно уже не обычно, они там не с четырьмя хитами. Они сейчас от 6-7, кажется. Если я побегу полностью, они на странников напоримся. Вот это очень плохо. Кстати, мой, видите, тяж. Сейчас чуть не сдох. Сарктон спасти. Нет, тут все сделал специалист. Как бы без него вообще не без шансов забить. Как? Блин, да что, серьезно? А почему они то сразу, то не сразу? В прошлый раз вообще не появились. Ё-моё. Охренеть, и я пустой тут. Так, а сможем ли мы уйти? Продолжаем. Очень сложная миссия. Ну, типа, нас на троечку мы одного потеряли, товарища. Одного чудом спасли, блин. Получили. Инфу должен донести, да. Типа, мы должны получить бонус. То есть, типа, это выполненная миссия. Считается. Раз мы спасли хотя бы одного. Я думаю, что нам засчитают. А может, просто разведданные влияют не на миссии, а на этот. На количество разведданных. Ученые пришельцы успехов над секретным... Спасибо, ветер. Над секретным стратегическим проектом. Это уже аватар пошел. В фоне. Боевая броня. Так, прототип помещен. Давайте посмотрим, что мы можем сделать по броне. Серьезно? Просто только для одного мы увеличиваем... А, не, во, броня хищника. Фу, хищника — это общая, универсальная броня. Ей! А можно посмотреть на нее? Сколько дает? Сколько вешать в граммах? Оснащение. У нас кевларка базовая. Плюс 3! И броня единица, что? Очень деньги нужны. Блин, дожить бы до конца месяца. Я всех в броню, и так мы зарядюсь им просто урон. Проникновение, ресурсы 7 дней. Блин, вот будут ресурсы, сплавов мне хватит. Я сразу штампаную броник штук 7, штук 8. На 2 тимы и все. Взломайте терминал. 7-9, что за отряд? 5 человек. Плюс босс, может быть. Не. О, мост! О, это один из моих любимых. Мы можем добраться... Да, мы можем добраться почти... Почти можем добраться. Змея на овере, но у нас есть...
Штурмаж с молниеносными. Не попадешь. Гасим раз. Ну вот я думаю сейчас, как нам вперед подходить. Элитный прицел. Я думаю, надо вызвать, во-первых, эвак уже прямо сейчас. Просто может быть еще один пак, например, здесь. И я такой пробегаю. А там не два человека, а три человека. И эти три человека, они совсем другие. Короче, я не думаю, что стоит сейчас. Нам все равно осталось два хода максимум, даже по половинке, чтобы достичь цели. 6-9. Лазерная винтовка. Первый раз выстреляю с снайперской лазерной. 10 урона с крита. Причем надо убивать именно дрон, потому что он мне гасанет. Отключит. Так, ну это точно весь вся карта. Если кто это может вызвать зомбаря? Есть. Блин, как разрулим. Лутецкий. Так, пробуем увидеть цель. Саппортом подходим. Возможно, поломаем, но это не факт. Да, можем уже сломать. Можем отключить дрона. Это хороший вариант. Протокол блокировки. Ну, мы знаем, что на следующий ход, если что, мы сможем, ну, успеем. Или захватить дрона. 46. Не, давай лучше отключимся. Не захватили бы мы ее только бафнули. Но все равно хорошо разрулено. Остаются два человека всего лишь. Один, скорее всего, будет кастовать что-то, другой флангуется, но не знаю. Надеюсь, там аспирант выживет. Переживет неприятность эту. Этого я просто не... Хотя у меня максимальный крит. Сколько нужно выкинуть? 90 крит. Не, лучше попробовать оглушить. Он же гасанет, если я в оглушенный. Он должен убирать зомбаря. Ну, как любые процессы. Да, есть. Твою же шметь. А еще дрон должен восстановиться. 69, выстрел на вскидку, давай. Ну, 69, ну, блин, твою же ш... Материалов большим запас... Материалов, давай, хотя бы немножко. Есть. Могли получить, конечно, большой запас материалов. Это приятный бонус к выполнению миссии. Нам дают дополнительно еще денег. Потому что он встанет. Ладно, он встанет, побежит. Я на овере его убью. На двух оверах убью. Ничего страшного. Встал, побежал. Давай, давай. Метнулся кабанчиком. Быстро. Хорош. И лут. Правильно. И подкрепа идет. Хорошо. Все. Собираем лут, эвакуируемся. Всех убили. Блин, и там подкрепа с мэком. Там таймер эвака нет, не может, он сбросился. Он появляется и там фиксированно находится. Если нет таймера, надо перекидывать. Да был таймер. Перекидываю. Собаки. Не, надо мэка добивать. Потом фланговать этого убивать. Только так. Давай. Хорошо. Остался один. Я попытался машинку взорвать. Уйти от этих. Есть. Минус два. Здесь бы встал вот так, чтобы когда они забирались, штурмаш смог поатаковать. Здесь тоже овер. Ранение я получил спецом, хорошим причем спецом. Он сам себе, как полевой хирург, немножко срежет, но на неделю он уходит. Забрали дополнительно материалов. Это нам даст возможность сделать еще один армор. Нового типа. Элитный прицел еще один. Плюс 10 меткостей. 35 материалов, как раз на армор хватит. Так, ну что ж, нам нужно дожить, просто дожить до начала следующего месяца. Потом интенсивное строительство. Еще бы этих... Возможно, вышки поставим. Террор. Ответный удар Адвента. Первый террор. Адвент обнаружил одно из наших убежищ. Участники сопротивления могут стать жертвами карательной операции. Смотреть зону удара. Блин.
Да, сейчас будет безликие. С богом. Давайте. Первый раз на миссии террора. Первый раз. О, броньки появились. Смотрите, раз, два брони. Почему третья нет? Вижу повстанцев. Прыгаю раз. Вижу повстанцев. Жалко, ниндзя нет, блин. Это я, конечно, накосячил. Надо было вместо второго брать ниндзю. О, босс! Капец, опять он. У меня дежавю, сейчас меня забирать будут. Сука. Дополнительный урон от заступников получает. И более высокая, легкая мишень с высокой позиции. О, у него меньше жизней. А почему так? Нет, не меньше. Начинаем стрелять. Сразу. Отлично. 5 урона. Возможно, мы у него треть жизни снимем. Давайте, давайте, ребят, стреляем. Включаемся. Это же босс. Он же не простит. Да, мы у него попадаем в 6, попадаем в 5, попадаем в 3. Защитник по... Ай-яй-яй-яй. Треть жизни уже сразу. И он действует. Один из избранных, и он не собирается облегчать нам жизнь. Попробуем разобраться как с ним как следует. Мутоны милишные убивают мирных. Враги выходят новые. Два человека, офицера и стрелок. Побежали. Овервотч еще. Мимо. Мимо. Ой, блин, да что ж такое-то? Попал четверку, хорошо. Так, хорошо. Не суетись! Пытаемся снять у него кавер. Потому что здесь есть аффикс-подрывник. То есть дерево мы можем теоретически снять. И единичку брони снять, чтобы увеличить весь урон на единицу. Да, сняли. Он может спрятаться, правда, следующий ход. Да, 40%. Надо пытаться. Есть, попали. Царапина, правда, но все равно хорошо. Мутон милишный. Кстати, мы первый раз мутона в жизни. Промах, он два раза мажет. Мирным объят. Ай. Держись, держись, держись. Стригерил овер, молодец. Пытаюсь попасть 47, 50 на 50, но... Есть, попал! Семерка от заступника, защитника. Он еле живой. 3-7. Можем убить. Давай-ка, 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 давай-ка! Нет! Сколько раз царапина! Убиваем. Есть! Есть! О, 5 очков способности дали. Остается змея. Босса убили! Босса убили! Надо мирных спасать. Так, ладно, убиваем. Змеюку под люком. Два выстрела. Одного хватило. Спулили. Берсерк. Милишный мутон Берсерк. Первая встреча. Да не, алло, нормально. Риас, крит. Один с хитов. Он в ярости бежит вперед. Не, не бежит. Так не работает, да, здесь? Принимаемся. Вероятность очень хорошая. Попасть. Царапина. 95% попадания царапина. У него уклонение, видимо, какое-то. Тени, нормальный ход. Тени подойдут, не успеют подойти. Есть. Изи мутон, просто не заметили. Но зато снайпер с элитным прикладом 80%. Сейчас должны безликие теоретически проявиться. Убили. Встреча. Это наша первая встреча с избранным, которая закончилась победой. У нас их было две, первая закончила целый трай. Здесь мы получили, конечно, ранения, но большинство из них, они, кстати, минорные. То есть, может быть, даже будет не 5 раненых, а трое. Сильно ранен только аспирант, соответственно, на 2 недели. Фух, классно. И ничего не дали. А нет, хотя планшет, модифицированное оружие, это то, что мы подлутали. Элери немножко сплавов. Главное, мы защитились. У меня как будто увеличилось количество возможных людей здесь на добыче. Это очень странно. Так, здесь конспирация, тоже поиск рекрутов делаем. Побег. 3 дня, минималка, да?
Освободите повстанца, показать отряд. Сигвард Солидного, да? Мы ему дали... А, вот кому мы армор дали. Это они сторонники сопротивления, очень важные. Эвак недалеко. О! Все, сторонники сопротивления лесом идут. Я просто убегаю. Как только не ясно. Так, добегаю я до Эвака. Да куда там? Ты чё? Живем? Живем. Там овер, но у меня легкий шаг. Поэтому овервотч не срабатывает. Все. По крайней мере, я его спас! Может, там секретные операции новые появились какие-нибудь, нет? О, чародей! О, охота на избранного. Рост влияния во фракции. Да! Сержант плюс нужен, правда. У нас всего... Ну, заступника берем. Засада 16%. Нам слишком хорошо знакомы избранные старейшин и их бесконечная охота. Они являются за вами и вашим кораблем так же, как приходят за моими сородичами. Вместе мы можем сосредоточить усилия на преследовании одного из избранных. Узнав, какое место чародей считает своей базой... Нет, база! Мы сумеем нанести удар в момент наибольшей уязвимости врага, но даже в этот случай нужно подготовиться... Блин, ну фиг знает вообще. Серьезно, это прям... Так, а если я проигнорю это? Ну, то есть у меня сейчас, во-первых, конец месяца, ни хрена эквипа нет. Половина раненых, один ключевой отдан. Тут убийца. И неизвестно количество врагов. Капец. Не-не-не, мне неделю просто ждать нужно. Тоже может быть босс. Захватите из транспорта предмет. Что-то жестко начинают душить, капец. Минус мир, нельзя собирать ресурсы в зоне. Да. Постоянный ивент. Прицел вкладывается в улучшение вооружения. И ресурсы. Плюс 423 бакса. Тренировка избранного завершена. Шеф заметно сильнее он стал. Придется... Мы его не убили, как бы он будет появляться, он просто ушел. Придется учитывать новые способности. Атаки способны помечать цели, снижая защиту. Знание избранного возросло. Чем больше избранные знают о действиях XCOM, тем больше у них возможность сорвать наши операции. Если они узнают слишком много, то могут выследить мстители и навсегда ликвидировать сопротивление. У нас все еще один приказ. И собираем 411 материалов. Собираем бабло, получается, да, за день. У нас появляются деньги. 418. Первое, что хотелось бы сделать, купить несколько... О, эксперименталка закончилась. Что? Вот я не знаю, что... Доступен новый прок... в зоне испытаний. Охотничий топор, хранитель теней, морозная граната. В зоне испытаний... Морозная бомба, имбовая была, по крайней мере, в оригинале. Это оружие использует пока не установленный химический состав, способный мгновенно понижать температуру. Инициировать очень хорошо с нее. Ага, облегченный он с крюком кошки, который... Ага, это значит для ниндз, всяких рейнджеров, для мобильности. Ёпрыса ты! Чё ж мне делать-то, а? Оружие веерное нужно делать, дробовичок один, по крайней мере. И вот пачку броник хищника. 5 инопланетных сплавов. Ну, нам хватит на комплекты брони. Но если мы возьмемся за исследование тяжелой брони, то количество сплавов уменьшится. Я смогу только до 5 предметов сделать. Ладно, давай тяжелую. У нас электроэнергии не хватает. Я сюда инженера закидываю. Быстро сделаем. За 4 дня можем даже под... Ну вот по центру я хочу мастерскую сделать, чтобы гремлины, реле питания питать, еще вот 2-3 смежных здания можно питать. Партизанки все равно ученые, в госпитале тоже ученые, они смежные не нужны. Центр подготовки, да, делаем. Да вы издеваетесь! Там 16% сработало, вы... Алижака, привет. Сложно, так игра душить начинает. Просто.
Там уже раненых количество увеличивается, там трупы первые появляются, и негативные события, и та, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Давайте. Сразу спулили. Я же не удивлен, блин. Раз выстрел. Он будет танковать. Два выстрела. Вообще, вахтер очень хорошо на секретной операции, потому что он танкует, быстро убивает людей. Так, убили. Ё-моё. Новый! Охренеть. Фланг, 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 фланг или не фланг? Так, что он умеет? Кажется, они там размножаются или что-то в этом роде. Нет, или это аватар размножается. Крит отличный. Он очень маневренный, точный. Да, вот они, еще три человека минимум. Простенькие сравнить. Один вообще обычный. Попадание есть от спеца. Ага, фланг, да? И этот сразу стреляет. Попадает. Защита срабатывает. У-у-у. И этот стреляет по медику. Промо хорошо. Можем подбежать на самом деле. Так, тогда будет фланг, а здесь фланга нет. И он на овере постреляет. А здесь мы закроем его сапрессом. На всякий случай можно попробовать протокол помощи сделать вот на этого товарища, потому что его могут обойти. Малое количество людей, то есть 4 здесь, 2 там. И все равно уже как бы идет такая, благодаря большому количеству обилок самых разнообразных, уже идет такая хорошая кооперация. Промазали. Ну, сейчас дергается, я не знаю как. И мы не стреляем, и меня флангуют. Ну, вообще отлично. Хотя нет. Защитника попал. Ну, это лучше, чем... И подкрепа идет. Так, ладно. А здесь мы подходим, убиваем. На халяву. И срочно на эвак. Валим. Тем не менее... Ну и враги новые появились, правда, быстро мы убили того самого нового врага. Я не помню, какие там у нее особенности. То ли уклонение высокое, то ли маневренность высокая, то ли у... Не помню, не помню. У нас еще хирург был, возможно, мы избавимся от одного ранения легкого, который на единичку был, помните? То есть у нас только защитник будет ранен на 5 дней где-то. Че по ранению? Ядро модифицированный глушитель, резкость зрения. Сейчас посмотрим. Ну, миссию-то мы выполнили. Да, влияние на группировку войны пламени возросло. Получите дополнительные приказы, сопротивление, секретные задания. Общими усилиями мы узнали, где находится тайная твердыня избранного. Джакс Мон Маша скрывается на континенте Европы. Мы почли за честь работать бок о бок с вашими людьми и надеемся продолжить общую погоню за врагом. Но действовать надо осторожно, ведь узнав о нашем приближении, чародей будет драться еще яростней. Это приказ. И новый, 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 новый. 13, вот они. Правда, слушайте, здесь реально очень высокие шансы. То есть на провал. Лучше, наверное, охота на чародея. А-а-а, тут уровней не хватает. Блин, а я не хочу опять лезть вот сюда вот. Шанс провала 82%. ХЗ. 55, засада 20. В прошлый раз на такой миссии закончилась игра. Но надо прикрывать наших. Блин, кажется, это метро. Черт. О, это такое дно. Эвак. Мне нужно сопроводить. Да, на такой миссии я сдох в прошлый раз. И подкрепа, следующий же ход. Да, это она. Охренеть. В метро 50 человек, блин, просто идет. Меня так будет сейчас унижать. То есть я могу агрить все вообще. Ну, погнали. Подкреп сразу. Сзади. Так, ну у нас там оверов вагон. Надеюсь, они не вправо уйдут. Блин, один вправо.
Так, Стасис, убили это. И еще пак. И герой. Ну, приехали, капец. Он побежал. Овер, 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 овер. И нет, никто не оверы. Блин. Думай. Ну, смотри, ты стоять, стреляться не можешь долго. Потому что там подкрепы. Ты должен идти, именно прорываться. Сношу все-таки ему армор. Но он перемещается. Есть, и зажигается! Хорошо. Ну, правда, как я его сейчас буду убивать? Капец, а что делать-то? Я не знаю, что делать. Ладно, давай снайпером попробуем руками-молниями ушатать. Это же свободное действие, правильно? 8-7, бах. Хорошо. Очень много народу. Боязнь вайперов. Ты, не бойся, змей. Молодец. Ну, сейчас будет заварушка. Чемпион-чародея бафает. Змею кого? Змею бафает. Сжигание разума еще при этом делает. ГГшечка. Побежал. Я специально оставлял здесь человека. У меня половина горит. И там еще Мэг второго. Ой, нет, Мэг артиллерист. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, это вся карта. Блять, это вся карта. Извините, пожалуйста, за мой французский. Я с респани вышел фактически. Отклонение минимальное, разрушитель работает. Есть крит! Уа, сработало два крита! И все камеры к черту! Уа, сейчас можем расстрелять всех, подожди! О, раз, два, без кавера, три, четыре! Ух! Ракета решает проблемы! Спокойно! Спокойно. Это хорошо, потому что Гренку убьет. Да, давай. Ну, в смысле, броньку забьет, заберет. Погнали. Я скольчатые еще нанесут дополнительный урон. Этого гарантированно убьют. Половина жизни у сектоида снесут. Броньку убьют здесь. Раз. Ой, хорошо. Игольчатые гранаты. Один лег. Второго, третьего ранили. Призрак должен выходить тоже из сумрака. Непонятно просто, куда вписывается им. А, стоп! Здесь же тейка работает. Раз, два. Два выстрела, да? С места прям. Да, давай. Раз. Да, только у тебя патронов нет. Туда же лучше 98, гоу. Минус вайпер. Так, 7 человек осталось. Блин, 7 человек. 86. Ай, хорош! Артиллерист опасный, он закидывает, закидывает, закидывает. Гоу, шквальный огонь. И минус броня. О-о-о-о! Так, мы еще порезать можем. Не убил еще. А, Стасис, забыл. Стасис. Трое действуем, да? Лемминга. Нет, держись. Есть, дезориентация помогла. Уаа, сейчас будем врываться. Спокойно, спокойно, спокойно. Горим, горим. Минус два урона. Все, закончилось горение. Так, подкрепление на подходе. Нам сейчас нужно прям врываться. Врываюсь, начиная с дуплета. Раз. Мастер ближнего, ну а что же делать? Дуплетик пошел. 7-19. Бах. Один с хитов. Есть. 6 урона. Больше половины хитов сняли. Так, не убегай далеко. Ближе, 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 ближе ко мне. Блин, он реально уходит. Ну, только, кажется, опять подставляет немножко спинку мне. Так, ну здесь 73. Давай, стреляем. Мы сняли кавер. Сейчас, может, постреляем кем-то еще. Куда он переместится? Там конец карты. Право. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так что лучше сектоиды пытаться убивать. Убито 10 человек. Активно трое. Точнее, 11 уже. Здесь пытаемся последней гренкой шатнуть этого. И действует только один босс. Блин, как разрулили в 2-3 хода. Просто. Все, побежали. Эвак далеко. Очень далеко, эвак.
Леминг вытанковывает, как царь, царапина. Съел, сучок. Ну, давай, родная. Погнала. Она дуплет. Мастер ближнего он. Но это не срабатывает почему-то, не знаю. И дуплет по нему. 8-16, можно убить. Давай. Нет, чуть-чуть. Опять 11. 4 хита у него остается. О, какая миссия, ё-моё. А тебе некуда бежать. Тебе некуда бежать, пес. Убиваем босса. Да. Ну что, с богом. Смотрим, кто куда падает. В тылу, в тылу, в тылу. 4 человека, 2 милишных. Нет, 1 милишный. 2 обычных, стрелок и... Успеем идти. Все нормально. Так, а я же могу аптечку использовать и побежать, да ведь? Аптечка не же заканчивает ход, подскажите, пожалуйста. Кажется, не заканчивает, но я на всякий случай прошу помощи эксперта. Беленькая — это полхода, типа, действия. Тогда, по логике, мне нужно сначала подлечиться, а потом побежать. Спасибо. Овер? Не, овер не сработал. Тейку могут сейчас шотнуть. Пожалуйста, памятник бобру скиньте еще разок в чат. После такой миссии я заслужил. И это капец. Мы потеряли только одного лемминга. Ничего не дали. Здоровье плюс один, правда. Защита плюс 4. Это персональный пару модулей можно раздать. Но мы спасли, типа террор погасили. Взаимосвязь доступна. Но у нас на неделю вырубилась часть людей топовых. Для диверсии наверняка можно использовать какого-нибудь одного товарища. Пришел, поставил, ушел. Иначе, ну, время-то не позволяет все равно это сделать. Я бы взял какого-нибудь ниндзю, так, чисто прощупать. Мерчука Михаила, например. Так, ученый, да, это проект Аватар. Боевая броня готова. Боевая броня исследована. И прототип помещен в инвентарь. Ну что, пробуем устроить диверсию. Ну, это вполне вероятно минус Майкер просто. Моя задача — дойти до точки, осмотреться, убедиться в том, что там никого нет, подойти, заложить взрывчатку, вызвать эвак и продержаться неопределенное количество ходов. Звучит вообще нереалистично, на мой взгляд. Они не уходят дальше. Это у них явно скрипт. Так что... Я должен уходить, вызывать рейнджер и спасать Михаила. Было бы феерично, пока летит эвак, раскатить их так, чтобы перед... Не, я могу ворваться сейчас, поставить бомбу, вызвать эвак, а потом, типа, кайтить, пытаться долго. Но 5 ходов я не выкачу. То есть это будет минус ниндзя просто, и все. Вызываем в углу эвак, и все, и хватит. Как прошли миссии против боссов? С минорными ранениями. Ну, бога. Ну, я попытался, по крайней мере, чего. Я попытался. Так, восстанавливается, восстанавливается, хорошо. Разобрали, давайте. Мы не можем начать повторить исследование. А, эллириевый реактор не нужен. Препарирование тоже сплавы нам даст. И я, наверное, тоже буду потихонечку резать. Новая цель. 2 дня. Эвакуируйте. Можно попробовать с каким-нибудь ниндзей на халявку, но 2 дня это все равно маловато. Давайте солдата адвента вскроем. Вроде даст что-то вроде скана или какой-то разведки, не помним. Связь укрепилась. Есть, и рейд успешный. 80 материалов. Материалов соточка, но добрали еще 200. И у нас 300 баксов, ребята, 300 баксов. Я бы построил... Не знаю, что я бы построил. Так, а лаборатория, подскажите, пожалуйста. Лаборатория у нас к ученым же привязана. То есть ее желательно не строить в стеке вокруг... Ее нужно где-нибудь внизу построить, правильно? А вот станции связи, там инженеры нужны. То есть лабы надо строить. Если строить, то сейчас в правом нижнем углу. Хорошая инвестиция, ну, вроде неплохая. Окей.
Улучшение секретной операции. И есть. Элитное автозаряжение. Это 3 раза перезарядку можно сделать на халяву. Молодцы. Хавк, стейк, исправились с миссией. А если спросить, на что деньги тратить, я не скажу. Ну что, погнали. Это полуаркадная миссия. Вкус. Так, вот они камеры. Я не помню эту. 5 человек. Эвак, трындец, где? Ё-моё. Открыть дистанционно никак? Дверь отсюда можно увидеть. Вот отсюда мы можем открыть дистанционно дверь. Уа-а-а! Так, хорошо. Может и получится. Подожди, не торопись. А там кто спасется, то спасется. Главное, что мы этих товарищей наших спасем. А, нет, я же не могу. Мне же нужно зайти внутрь. Ой, мне же нужно зайти внутрь. А там нужно выбивать стекло. Ой, аркада. Да! Капец. Там элитный мутон. Не, макер минус. Все, сразу забей. Охренеть, я не помнил этого. Оранжевые — это ракетчики. Сейчас еще минус. Спасаем маратонцам. Михаил остается. Commander, we failed in our mission. We'll need to review our tactics and improve going forward. Да, но какая вероятность, что мы смогли бы встретить на крыше вот этих вот товарищей? Лаба доделывается. Новая цель. 4 дня. Спасите Випа. Да вы издеваетесь. Разрушителя можно взять. Я только что пытался спасти. Еще. Да, видите, еще доход. И второе событие тоже ушло. Негативное. 340. И есть. Еще одна секретная операция выполнена. Так, давайте на миссию. Итак, 7-9. Может быть, босс. Вывезите материалы Адвента, захватите ресурсы. В окрестностях замечены странники. Начать операцию. Но сюда у нас полетела с хорошей бригадой. 6 человек. Все в... этих панцирках. Все с оружием и все обученные. Ну, то есть очки способности мы потратили. Да, жизни у нас уже много. Маскировочка. Это помеченные крейты, алло. И если увидим врагов много, надо сразу кидать гранату в их сторону. Сразу прям гранату в их сторону. Это прям... это нам поможет вызвать странников. Их привлекает громкий шум. И, соответственно, мы сможем... По крайней мере, на следующий ход их как-то задачить. Слушайте, а возможно даже сейчас тырить надо. Уже начинать. Змея, я понял, я слышал. Я сейчас попробую. Справа идут. Вот они. 2 мутона. Ох, здоровые, 2 армора. Ну, в целом, с таким количеством мы должны справиться. Меня беспокоит только 2-й и 3-й пак потенциально. Эти-то ладно. Идут на меня. Хорошо. Может, даже на овер напоримся. Фален, подчеркивание, темплар, поддержал ваш канал на 100 рублей. И еще один пак. Блин. Скорбленный выражением, 2 дебила — это сила. Они требуют, чтобы его переделали в 2 мутана, это тот. Минус. Погнали, блин. 6 человек. Мутон играет за мной. Стоит минус. Мутоны очень плотные. Разбежались. Эти попроще. Дальше мы метим материалы 1, метим материалы 2, метим материалы 3, метим материалы 4. Ладно, давай. Ты, значит, подходишь так, надеешься, что 3-й пак не спулишь. Здесь делаешь дуплетик. Так, чтоб наверняка. Есть. Что? Что там? Волна. К ним. Отлично. Блин, Overwatch. Мы помогаем потихонечку. Но они сейчас будут очень озадачены. Странники помогают. Еще 1 пак.
Очень простой. Дрон и этот. Ой, пометили слева этим. Надо сейчас агрессивнее действовать. Все, и змея озадачилась, смотрите. Уползает, сейчас будет сверху, видимо, отстреливаться по этим. Да, травит. А им пофиг вообще. Сейчас нужно найти контейнеры. Искать активно контейнер, разбегаться, захватывать их. Так, еще один крейт утаскиваем. И еще один утаскиваем. Ну, я попытаюсь снайпером снять его все-таки 50%. Ну, конечно, блин. Вы ни хрена не попадаете. 40-50, последние 8 выстрелов, блин. Ну, все, надо бежать. Короче, я унес 5 контейнеров. Это, по сути, все, что было на старте. Все, что было на старте. И поздыхал от третьего последнего пака. Ладно, никого не потеряли зато. Но раненые у меня буквально все. Разве что кроме медика. Все ранены. И снайпер, может быть. 40 материалов, 6 сплавов. Ну, как бы ни одно того явно не стоило. 2 дня эвакуируйте. Ученый. 2 дня, 22 часа. Теоретически ниндзя может поместиться в 3 суток. Не сможем эвакуировать. Новая цель. 7 дней, хорошо. Нейтрализуйте. Есть возможность захватить, хорошо. Ресурсы через 3 дня. Поиск храмовника 11 дней. О, в убежище. Так, нашли. Месяц закончился. Ребята, я так далеко не заходил. Каждый раз у нас все дальше и дальше, но информации все больше и больше. Концентрация. Ваши атаки царапины автоматически становятся нормальными попаданиями. Это вот его. Так, нейтрализация цели. Погнали. Сейчас надо будет переключить с материалов на разведданные снова в регионе и искать миссии новые. Эвак недалеко от нейтрализации цели. Ориентируемся на уход вправо. И у нас здесь, видите, еще бонусы. Не бойся рядом, солдат, когда это солдат заканчивает движение рядом с товарищем, кто-то автоматически избавляется от негативных ментальных воздействий. И корректировщик, этот солдат получает бонус к точности, если его товарищ атаковал цель или был атакован. Надо запоминать. Аспирант плюс... Так, пинксинг с братком, аспирант с... Соответственно, с кем там, кто у нас остался? С алояром. Так, цель понятна. На самом деле, что-то вообще не страшно. Так, у меня же дугомет еще есть классный. 83 точность. Брах. И если промахнусь, то будет дезориентация. Пытаюсь попасть... О, вероятность попадения 100. Просто благодаря, видимо, тому, что стрелял аспирант, и вот они вот вдвоем. Подошел бы я сюда, на будущее, скорее. Еще разок. Так и есть. Класс. Что это такое? Что это такое? Попробуем добить. Был бы дробаш лазерный, ушатали бы сразу. Царапина. Слава тебе, Господи. А, и в стасис, да? Он типа сразу не умирает. Погас, товарищ. Надо на ивак бежать. Мне кажется. Да патроны закончились у штурмаша. Мало того, что урон ниже у этого пистолета-пулемета, так еще и... Все, уходим. Но уходим на половинке. То есть половинка овер, половинка овер. Далее частью побежал бы просто. Хотя нет, давай разберемся, прям разберемся. Из них же не может быть этого лута. Так что давай. Ракета раз. И он в зомбаря. Блин, он был опасней. Ладно, ничего, ничего, ничего. Подходим два. Оглушаем дальнего. Ну, мы с такое количество не убьем просто хитов. Что? Неуязвим? Ну, беги, чего ты? Че ты смотришь? Побежал. Хорош. Хорошая миссия. И зомбарь. Блин, на этот ход он сейчас действовать будет. Или нет?
Не так хорошо, без ранений. Да, цель устранили, но не оглушили, но зато там какой-то даже лут пособирали. Всех поубивали. То есть вся миссия, за исключением того, что Випа не с... Ну, убили, а не захватили. То есть не получили там дополнительно 25-30 разведданных. Выполнили чисто. Зашли. Красиво все, молодец. Очки способности для сложной операции. За сложную операцию дали какую-то. Безупречно. Модифицированное автозаряжение для перезарядки. Модифицированный прицел с 7 точностями. Вы инопланетные в данный момент мне не нужны. Я бы лучше сосредоточился на сканировании и строительстве. Тут уже миссия готова. Может быть, босс. Здесь ребята менее опытные. Я, конечно, их снарядил как мог. Там, кажется, у всех, кроме одного, броня есть. Боссы только на террорах было в релиз-нотах. Понятно. Но я ни разу не встречал боссов на регулярных миссиях, так что, скорее всего, это правильно. А на террорах стреляло 100%. Да, броня есть, хорошо. Так, а чего у нас тут? Сопротивление вижу. Эвак. Эвак убогий. Эвак, блин, убогий. Надо чистить все, надо идти и чистить все. Я бы этого дрона просто мимо прошел. Кто это? Вот, это уже враг серьезней. Пару раз мы с ним встречались. Удавалось убивать до того, как он проявится. Если двигаются в мою сторону, сразу видят. Двигаются. Погнали. Мы сделаем 4 овера. Дистанция хорошая, можно пострелять. Этот под full cover прячется. Молниеносный у него. Я не знал. Капец. И он ниндзю видит сразу. Так, ладно, хорошая новость в том, что Эвак у нас рядом. Ну, конечно, еще следующий пак. Ой, слушай, я же полхода выпад делаю. У меня еще ход будет после этого. Ай! Второй раз можно. Спрятаться можно. Но я получу 2 овера. Не, добиваю его уже призрака. Ну, надеюсь, что привлечет внимание дрон. Так, а где открылась дверь? Вот открылась дверь. Похоже. Похоже, там сразу пак. И змеюка под люка не случайно туда пошла. Я, наверное, подойду аккуратненько и перезаряжусь даже. Двое там обычных, там обычные. Но это вся карта, друзья. Хорошо, он взял не самого опасного. Контроль над разумом, нифига себе, ты так умеешь. Охренеть. Ракетчика захватил. Достань, пожалуйста. Мне еще только не хватало разрушителя потерять. Видим. Достань, пожалуйста. Есть. Если по логике сектоида, то мы должны вернуть контроль за нашим товарищем. Есть. Фух. Так, дальше. Дальше надо решительнее. Подкрепление скоро. Ракета. Ракета хорошо. О! Это месть разрушителя за все. За майнд-контроль. 1,6 разброс, по троим можно попасть. Бах, минус 2. Добыча уничтожена, отлично. Ладно, не страшно. Кстати, скончился. Так, держится защитник наш. Это очень сложно, конечно, сейчас будет. А хотя, подожди, тут нормально. Он не по защитнику стрелял. Сейчас змейка. Но у него, кажется, могут быть молниеносные. Она сейчас бежит и... Легкий шаг, да. Она уворачивается от выстрелов. И перезаряжается. Хорошо, это минус ходы. Змею ножом режем. Потому что это 100%. Нужно просто добить. Опа. Столько вариантов, конечно, в экс-чеме. Элитное автозаряжение, еще одно. Вау. Давайте попробуем снизить стоимость контакта. Есть! 2 раза снижение стоимости контакта. А, нет, на 33%. Но это минус где-то 30, ну, 33 разведданных. А это как раз нам нужно. Мы вышку строим ретрансляционную. И освобождаем товарищей сопротивления. Их много, 4 человека. Это увеличит эффективность работы. И вышка увеличит эффективность работы.
Надо находить, блин, баланс правильный между разведданными, в зависимости от того, сколько у тебя народу, какие миссии ты можешь закрывать, кем. Рекрутированием новых товарищей. И сбором денег. И приоритет, видимо, разведданные, рекрутинг и потом только материалы. Ранее не получили за ниндзю, но с другой стороны мы собрали много модов, мы всех убили и всех спасли. Два элитных автозаряжения, три перезарядки, которые не расходуют действия. Возрастили випов, и, соответственно, сейчас надо назначить этих людей на что-то. И ретранслятор доделали. И что это дает? Эффективность работы убежища повышается. Что это за хрень? Кто со скотчем тут нагородил нам в огороде? Непонятно, какую штуку. О, новый доход! У-у-у-у. И бонус, скрытый резерв. И у нас 4 из 4 контактов. Нужно делать модуль. Узел. 4 дня. Храмовников. Новая цель. Один день. Нет. Новая цель. 4 дня. Спасите випа. Евгений Гусев, жена. Блин. Как? Зачем я согласился? Я же не смогу ее спасти сейчас. Новая цель. 6 дней, хорошо. Эвакуируйте. Ученый плюс пакет данных. Сюда у нас пойдет один человек. Это уже следующий трай. Представляете, мы уже там вышки строим, 4-й регион подключаем. Поиск храмовников. Операция. Нашли. Принять героев в ряды фракции в ряды XCOM и получить доступ к новым приказам, секретным заданиям. Справились, пацаны. И вот он. Здесь расположен штаб фракции храмовников. Я признаю, что они несколько перегибают палку, когда речь заходит о пси-способностях, но они верны. Это зелки, которые вблизи бьют. И он танк очень хороший. Это опасная миссия. Ускорить проникновение на 30 разведданных. Ладно, давай. Не хочу рисковать. Погнали. Ох. Миссия. 5 человек. Эвакуация випа. Еще мне дюжину врагов обещали. Вижу аспиранта, вижу Берса. Тут еще наш защитник. Ага. Так, ну мне не нравится это сразу же. То есть эвак очень далеко. Не, вообще близко, эвак, не торопись. Это понятно, но подкрепа, алло. Да, теперь мы знаем, где враги. Ближайшие, поворачиваем камеру, идем в сторону эвака постепенно. А, офицеры. They move, что бы это значило? Типа просто идут или уходят? Слева еще пак. Ладно, погнали. А это кто такой белый-то? С броней. А чё никто не пострелял? Промах понеслась, блин. Кто это такой? Я думаю, надо уходить резко влево от этого пака центрального. Погнали, раз. Инстинкт охотника, что это такое? Есть, убили. Не помню, это какой-то Dark Event. Дальше флангой. Пытаемся убить. Хорошо. Так, теперь, видимо, обходить надо как-то это здание аккуратненько, да? Согрели. Бочку вижу. Так, ладно, это простой. Ой, дрон какой жесткий. Блин, взять такого под контроль, конечно, это вообще 50% говорит, но будем пытаться. 50, берем. Ну, есть! Да, сейчас порулим. 3 армора, 10 с хп. Специалисты нужны на таких миссиях, блин. Я хочу прогрейдить уже гремлинов, не помню, что. Ну, кажется, экспериментальное снаряжение нужно. Вот. Все, у нас сейчас этот товарищ будет вытанковывать миллион ходов. Мы можем действовать гораздо более активно с его помощью. Шаги. Ну, давайте. Что это? Кто? Кто? Покажите. Архоны! О-о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 -
И подкрепа. Нет, что-то я не готов. Блин. Но обратите внимание на количество здоровья, это раз. Я очень четко помню этого товарища из оригинальной игры. На-на. 6 урона у дрона. У него дамаг возрос тоже пропорционально раза в 2. Все, спасли ученого. Выполнили миссию, молодцы. Подкрепление поздно. Архоны иногда бывает крайне сложно просто убить. Крайне сложно. Подождите, у меня снайпер не ушел. У меня снайпер не ушел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, погоди, погоди. Снайпер где? А, вон с угла стоит, нормально. Ушли. Молодцы, безупречно. Мало убили народу, конечно, к сожалению. Но зато сделали аккуратненько. Все. Дополнительные очки способности Магнусу, причем дали этому защитнику нашему. Мы продолжаем. Мэг сопротивление, Мэг! Награда Мэг? Награда Мэг. Мэки. Блин, у меня Мэки еще будут. Я этого не помнил. Мэг собираем. Доход 200 баксов. Мало. Мало. Новая цель. 7 дней. Взломайте. Минималка. Хорошо. Сюда надо уже идти более-менее таким ответственным людям. А их немного. О, тут, кстати, эвакуация ВИПа. Какой отряд? Один человек Фатос. Погнали. Сопровождение. Где Эвак? Эвак по крышам. Это уже неплохо. Ой, какой же ты, Миша, вообще капец. В шоке. Смотрим по ходам. Не видно, не видно, не видно. Все, кажется, ушли. Да, изи. Изи, да? Вы видите вообще, как, какие миссии у нас? Да-да. Я посидею, реально. Вернулись, вернули ученого. Ну и получили там разведданные и прочее. Так. Ага, сводить сторонников сопротивления. И новобранцы. Отряд. Отряд один человек. Погнали. Мэг в ангаре стоит. Видимо, да, надо посмотреть. Но Мэг, кажется, участвует у нас в отражении атак. То есть на защите убежища он только участвует. 6 человек. Офигеть. И Эвак просто космический. Ну, слушайте, я не пойду даже за ними. Ну, хоть живой вернулся, блин. Так, 12 ходов. Передатчик находится в доме, но это можно как раз подвзрывать, потому что у меня вроде как есть. Да, у меня две ракеты есть. О, лягуха, смотрите, лягуха и конь, блин. Ну и здрасте, пожалуйста, сразу. Надо ломать, пытаться. 60%, блин, можно сделать его захватить. На детской площадке был не только конь, но и дрон. Есть, захватили его. Как же везет мне захватом, почти 100% выбил. Очень хочу я гремлинов 2-3 уровня. Блин, очень нужны они мне. Сейчас будет за нас работать. Дверь открывается прямо по курсу. Железная. Мэг. Ох, Мэг 2-го тира. 3 брони. У-у-у-у. Милишник плюс ракетчик. Эти ребята серьезные. Сразу овер пошел. Так. Ну, у нас есть дрон. Это, наверное, лучшее, что можно сделать сейчас штурмашом. Ну, потому что я ближе не хочу подходить.
А так мы урон нанесем, броню пробьем. И даже видим, кажется, видим передатчик. Не, не видим. Тоже броню снять, урон нанести, кавер убить. Бах, идеально. Крит причем, просто. Правда, добыча уничтожена, но без защиты стоит один. Без защиты стоит второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Раз. Ну что ты делаешь-то? Ну ёпар СТ, ну. Давайте попробуем мэка оглушить. Посмотрим, сработает, не сработает. Но... 90%. На два хода. Да на разведку. Ой, я эвак не вызвал. Ну ладно, да подкрепа мы вроде успеваем. Действие превратилось, сейчас должны его... Вот, еще враги. Два мэка и хэвик. Так, ну это грен, это рокет, прям рокет. Он стреляет. Ай, ранение. И это действует. Нет, только не выключай. Ой, я дурак. Дезориентация, хорошо, дезориентация, пофиг. Крит, ой, как же больно. Капец, как же это больно. Минус мэк сразу. Давай. Блин, как же мы сегодня тащим-то, а? И все, и добиваем, получается, дрона, чтобы он ничего не сделал. Красиво. Ну и, собственно, все. Передатчик уничтожен, как и все враги на карте. Вывод, нельзя стоять. Мэг выбирает по приоритету, видите, сразу цели, которые стоят рядышком и артобстрелом. То есть у него перед ним был дрон, значительно ближе, уязвимее. И тем не менее он пошел за укрытых двух бойцов. Собрали новую цель. 10 дней, отлично, эвакуируйте. Випа, гранатометчик. О, это Мун! Это Мун, кстати, он завтра играть не будет. Я помню его имя. Чан Джой Хо, это же Мун. Открыли, собственно, фракцию одну, открываем фракцию последнюю, третью. Начали вычислять уже этих штабы. Поисследовали. Броню эквипнули хорошо, понапокупали почти всем. Всем обновили лазерное оружие, понаполучали модов. Зайдем в мемориал, посмотрим потерянных товарищей. Их четверо. Мирчук, Майкер, Петр. Ну, Майкер был щеглом. Жалко Мишку, конечно. Неонафт. Ну, эти тоже были просто... Короче, жестких людей не теряли. Установили там взаимосвязи. Много секретных заданий повыполняли, пооткрывали новые ветки. Открыли ветку с командирами, ужаснулись. Подключили регион, построили ретранслятор. И я благодарю вас за то, что смотрели. Благодарю вас за то, что болели.